поэтический. Вы меня слышите, потому что не надо. Друзья, последний участник нашего вечера, пожалуйста. Крайний. Садитесь и слушайте. Спасибо. Нет, высоко, у меня не могу. Раз, раз, раз. Слышно? Поближе чуть-чуть, можно? Вот так, да. А тогда я не смогу читать. А немножко сбоку. Нормально. Я хочу почитать. Я забыла одну вещь, чтобы почитать. Прошу прощения. Обычно я пою, обычно я как бы себе о любви. Я сидела и думала. Раз, друзья, об этом. Друзья, Алла Матвеева начала свое выступление, да, пожалуйста, тише. Я так поняла, что большая моя часть жизни я жила для других людей, для моей семьи, то большинство моих стихов, они обо мне. Вот. Но сегодня я хочу прочитать те стихи, которые и те стихи, может быть, которые обо мне, и которые не обо мне. Вот. Ну, наверное, начну с того, который все-таки обо мне. Это был, вот, написано 2014 год, когда у меня было такое некоторый поворот, наверное, в моей судьбе. И я сидела как-то вечером одна, и вот у меня такое получилось стихотворение. Ну, я не буду такие громкие слова, там, разговор с Богом, ну, что-то вроде того. И вот первое четверостишее — это мой вопрос, и все остальное — это как бы мне ответ. Я перестала быть настоящей, я захотела стать очень блестящей. Это реально, это нетрудно. Только, по-моему, это абсурдно. Ответ. Быть настоящей и есть быть блестящей. Быть настоящей, быть искренней в счастье. Быть настоящей, быть очень приятно. Быть настоящей, жить невероятно. Все иллюзорно, все мило-притворно. Смотришь трагедию, смотришь ли порно. Или стремишься к чему-то упорно. Все иллюзорно, все иллюзорно. Все понимание в непонимании, мания власти, мания мании. Быть ли пророком, быть ли мессией, а вас об этом разве просили? Люди под громом, люди под Богом, люди в прекрасном, люди в убогом. Люди ругаются, плачут, смеются, люди навеки порой расстаются. Стать настоящей? О чем ты? Ей-богу! Молишься черту, молишься Богу. Стать настоящей? Это о чем ты? Все настоящее, если при чем ты. И вот такие у меня какие-то, наверное, перестройки стихи. У меня не было времени во время перестройки, ничего не писала вообще, не было времени. Потом эмиграция, тоже времени не было. И вот в 2015 году у меня вдруг... И на тот момент умер мой папа, и мне такое чувство, что это у нас с ним в соавторстве эти стихи, потому что вообще мне как бы не свойственное. Называется «О времени, о себе». Квартальный Арчон. Молоком дракона мы вскармливали эго. Разве было мало? Было мало этого. В тишине аллейной мы алели флагами. В тишине постельной мы любили и плакали. Размножались в агонии, в выступлении тела. На алтарь бросались мы, и в чертово чрево. Мы трудились яростно, мы ходили в атаку. Со скотами завистливыми мы бросались в драку. Мы стремились ввысь, мы бросались лозунгами. Забывая жить, сотрясали в воздухе мы. Нас шагали в ногу, а мы спотыкались. Нам указывали дорогу, но мы догадались.
Мы разрушили снова все до основания, но не нами построено новое здание. Снова тащимся в ногу, и от хэви-метала тоже. И жизнь продолжается, дай ей счастье Боже. Еще такое же революционное. Я когда-то была за красных, потом за белых, но я никогда не была против кого-либо. Поэтому такие стихи, я думаю, что смешанные. Стихотворение называется «Революция, перетекающая в медитации». Декаданс, революция, Ленин на броневичке. Мы теперь все попутчики, все висим на волоске. По острию лезвия лезем из кожи историческими гримасами. Мы корчим рожи, пепелища новые, как ни звучит абсурдно. Обсуждаем будущее, мы очень бурно. Телевизор оракулом что-то там вещает, ничего хорошего вновь не обещает. Снова падает рубль, доллар вновь укрепляется, и мурашки на коже в шипы превращаются. Снова вылезть из кожи, чтоб залезть в джинсы Вранглера. Вот на это похоже все мои старания. Жить теперь и сейчас, может, это поможет. Я уйду в медитацию, чтобы встретить похожих. Я устала от жизни, устала быть просто прохожей. Жизнь рекой раскатистую, надо быть осторожной. О любви что-нибудь надо? Наверное, такое, чтобы вернуться... Очень коротенькая, четверостишая. Это был, наверное, где-то 2005 год. Там мало что-то писал. Вот так и умирает романтизм. Я сижу и жду тебя. И если не умрет он, то умру я. Теперь, наверное, спою. Если мне ручки будут Я хотела бы тоже не о любви сначала спеть, потому что все время пою о любви. Приходите к нам на слет бардовской песни, там о любви, не говори, о ней все сказано. Это я писала для своих друзей, которые организовали такой музыкальный бенд. Вот, они хотели, чтобы кто-то для них писал стихи, но им не понравилось. Я решила, не пропадать же стихам, буду петь сама. Попробую. Называется «Легкость и тяжесть бытия». Легкость бытия, тяжесть бытия. Где же здесь ты, где же здесь я? Вся картинка — суть завтрашнего дня. Тяжесть бытия, легкость бытия. В барабаны бей, бубны не жалей. Ты один такой, сути водолей. Сколько бы теперь не нести огня, тяжесть бытия, легкость бытия. А бывает ложь, и бывает жесть. Как же без нее, куда ж девать спесь? Я иду один, Бога не гневя. Тяжесть бытия, легкость бытия.
подарить бы песню, что едва слышна, в голосе любовь, в голове весна. Нам бы в небесах наша вся земля, тяжесть бытия, легкость бытия. Тяжесть бытия, легкость бытия. Тут после стихов перестроиться на музыку, чтобы глотка воды. Вот интересно, что уже вроде давно я выступаю, все равно я волнуюсь. Вот, и теперь вот о любви такая песня. Это было два стихотворения, я решила их объединить в одно, потому что коротко получалось. Вот. Не знаю, вы услышите переход или нет. А, и такое вот. И об эмиграции, о любви. Я проехал Америку, я проехал Париж, а ничего нет подобного тому, где ты спишь. Наше время не сходится и не сходит с ума. В наше время бессонница уж совсем не модна. Я звоню в час назначенный, ты с просонья молчишь, расстоянием охваченный, вдруг твой голос повис. Что ты делала вечером, где была ты вчера, кем-нибудь была встречена или все отвела? Я листал вяло справочник, где афиши пестрят, ни на что не надеясь, никуда не спеша. Просто дать происшествию произойти, может, с кем-нибудь встретиться, а потом разойтись. Мне б скорее вернуться, чтобы видеть тебя. В суете серых буден вдруг растает, любя. Рашин-рашин-рашин ози, перевернулась для нас земная ось. Я рашин-рашин-рашин-рашин ози, хоть и русский я, но ози я насквозь. Вот так порой судьба над нами шутит, какие уж тут шутки, все всерьез. Нас океан волной своею крутит, мы просолились все уже насквозь. Сидней по Москве порой скучаю, но все же несравнимая тоска, когда порой в России надолго зависаю, хоть волком бы Австралия я сохну без тебя. Я Russian, 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 Russian Ози, а может, Ози, Ози, Russian я. Такие чудеса теперь в природе, австралы мы теперь, и ты, и я. Какая-то сплошная мультикалча, какой-то мультикалча человек. Ирландец свидан с вискарем чайниц, и брать с ними мы уже навек. И кровь одна по жилам нашим бродит, как об ушине соленая вода. Я Russian, 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 Russian Ози, и больше мне не надо никуда. Я Russian, 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 Russian Ози, и больше мне не надо никуда. Спасибо, Алла Матвеева. Нам объявление сделать. А о чем? Одно объявление. Давайте. А,
Добрый вечер, вы меня уже видели сегодня. Если кто не помнит меня, меня зовут Милада Кондратьева, и я президент клуба авторской песни «Сиднея». И я вот до такой степени как-то закрутилась, что я сегодня не принесла флаеры о наших мероприятиях в клубе. Я хочу пару слов сказать. Следующую субботу, 30 марта, у нас из Саратова приезжает известный бард Петр Кошелев в 6 часов у нас в клубе в Розвилле. Если хотите, приходите. А еще через 2 недели, 13 апреля, у нас будет большой слет авторской песни, посвященной 4-летию клуба. Вот все авторы-исполнители, кого вы сегодня здесь видели, они все будут там. Я, Алла Матвеева, Галя Лазарева. Володька, ты будешь, Шведов? Не знаю. Окей. Вот, а собственно, да. И если кого-то более подробная информация интересует, где, как доехать и так далее, ко мне можно подойти. Спасибо большое. И еще одна маленькая информация. Ну, вы знаете, клуб «Книголюбов». Мы вас всех приглашаем на наше очередное заседание. 2 апреля в 3 часа вас ждет поэзия, музыка и очень интересная информация. Пожалуйста, приходите. Первый вторник каждого месяца. Спасибо. Ну что, дорогие сиднейские любители поэзии, наш вечер подходит к концу. Я хочу вас обрадовать одной новостью, что вы и мы все вместе оставили позади наших друзей из Мельбурна. Вот у нас сегодня было около 80 человек, Мельбурн 55. Так что ура, да здравствует Сидней. Я хочу также, чтобы мы все вместе похлопали Анастасии Сойфер, которая выходит, которая главный организатор нашей сегодняшней программы. Анастасия Сойфер. Анастасия Сойфер сделает еще одно объявление, потому что вечер закончен, а фестиваль еще нет. Будет еще одно мероприятие для желающих. Да, сейчас у нас там накрыто угощение небольшое. Придется совместить из-за времени. Кто хочет, пожалуйста, к микрофону, можно еще почитать стихи, но я прошу, чтобы уже начинали угощаться, потому что зал, к сожалению, нам не так долго еще будет принадлежать. Я хочу спросить всех и участников, и нашу публику, если мы, скажем, через год запланируем еще что-то подобное, вы отзоветесь? Спасибо. Большое всем спасибо. Дорогие друзья, спасибо, очень рад знакомству с вами. Спасибо за то, что вы есть, за то, что вы любите русскую поэзию. До свидания, до новых встреч. Читайте журнал «Эмигрантская лира», следите за нашими новостями и читайте стихи. Спасибо, до свидания.